about them. Я проснулась очень рано сегодня. Зажгла сразу свечу памяти, потому что год назад я тоже в это же время, в 5 утра, включила ноутбук, и там уже появились кадры бомбежки Киева. И я не могу спать в такое время. Я переживаю за народ, который страдает из-за русского народа. Народа, который... даже не проклял эту войну, а поддержал ее. Поддержал Путина. Нельзя так. Нельзя. Нельзя допускать смертей другого народа. А Путину хотели бы пару слов сказать? Путин хуйло. Путин хуйло. But I don't know, is it good? She's like, well, of course if you dare. Thank you.
Слава